Пожалуйста, вопрос. По 30 лет уже. А у нас из Питера только развели планеты. Можно какой-то небольшой конкретный. Сейчас все, что сказали, извините, но это вода. Это бред. Все обтекаемое. Ничего не пообещали, ничего не сказали, и ничем не помогли. Потому что для того, чтобы... Вы поймите правильно, значит, обращение должно быть губернатору, и я как уполномоченный обязательно его поддержу и буду тоже о показании помощи, если вы говорите. Письмо написать вместе с Ларисой Николаевной. Да. Можно его передать через меня. Я буду тоже просить губернатора оказания помощи. Да, конечно, я об этом и сказал. В соответствии с законом, вы поймите правильно, вот два фонда, которые сейчас могут работать. Не, ну об этом было сказано еще до меня. Все фонды отвернулись от нас. Спасибо.